Всем огромный рукодельный привет, меня зовут Женя, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас второе видео, посвященное моей прекрасной фее, фее лета от Норы Корбет. Перед вами законченный участок платья этой замечательной феи, и вот где здесь пустые пространства, здесь будет пришиваться бисер. А бисер я буду пришивать в самом конце, когда отошью все крестики, потому что вышиваю я на деревянных таких пяльцах, точнее это станок. И сегодня я первый раз в жизни попробовала вышивать бэкстич креником. До этого креник я ни разу не пробовала. А креник довольно-таки такой послушный, никаких таких всяких прецедентов у меня нету. Я закрепляю ниточку на иголке и делаю нитку не делаю длинной и вперед вышивать. А вот этот вся, вот эта вся часть, вот это у меня отшилась за, можно сказать, один вышивальный день. Я вышивала вчера вечером и сегодня где-то с обеда. Вот так мне очень нравится, как блестит креник. То есть вот видите, если посмотрите, он такой зелененький. Сейчас даже вам покажу его, секундочку. Вот такой креник. Вот так закреплена ниточка на иголке. То есть я не делаю узел. Ну, точнее делаю, но он такой минимальный и легко проходит через лен. Этот цвет у нас 850, и он идет исключительно на бэкстич в этой работе. И вот так сейчас на данном этапе выглядит моя фея. А вы не переключайтесь, дальше будут еще включения. Ну что ж, прошел еще один день. Вчера вышивала вот этот вот участок, вот эти листья. Здесь внизу и на листьях остался только бисер. И как видите, я уже практически добралась до талии. И как только закончу талию, сразу буду приступать к коже и к лицу, к голове. А крылышки я оставлю на самый, ну, последний такой момент. И посетила меня мысль, что все-таки... Сейчас бардачок маленький уберем. Все-таки вот этот вот станочек, он мега крут. Вот этот. И он мега удобен. Так что, если кому-то интересно, покупайте. Очень на нем удобно вышивать в две руки. А у меня получается вот такая красотка. Ну и опять же, не переключайтесь, потому что будут еще включения за несколько дней. Ну что ж, друзья, наверное, это будет последнее включение в этом видео. Или может быть нет. Отшился у меня, вот как вы видели, вот эти листья, вот эти, ее талия. Я подошла вплотную к лифу. Вышила сначала бэкстич на руке. Вот в этом месте я бэкстич изменила, потому что по схеме он идет. Изменила я бэкстич, и вот здесь вот я уменьшила вот это расстояние в руке, потому что оно очень широкое. И вот здесь не стала делать, там идет по схеме вот как варежка обрубленная. Единственное, теперь меня смущает вот этот вот место ее, вот этот локоть. Мне кажется, очень толсто. И я сейчас, наверное, вот этот бэк распорю. И вот здесь у нас идет вот этот переход в три клетки. И я попробую сделать его поплавнее в две клетки, чтобы рука была, ну, чуть-чуть вот так вот, наверное, похудее. Потому что вот это место мне прям не нравится. Так что не будет это последним включением. Сейчас бэкстич исправлю. В общем, сделала я тоньше эту руку. Но показывать вам не стала. Она вообще страшная получилась. Возвращаясь к тому, чему было, сейчас буду переделывать, как было до этого. Короче, с руками какие-то тут проблемы вообще капитальные. Но вернусь к стандарту. Ну что ж, друзья, вот отшился мой петитик. Вот здесь вот я начала пришивать. Вышилось вот это крыло с креником с последнего видео. То есть вот готова вот эта часть. Здесь еще будет так одно крылышко. Также здесь вот выкатить под голову. И чуть-чуть пришился бисер. Вот такой вот 21 на 31 мелхил. И также вышито
Вот эта часть добавилась вот здесь. Вообще все мне очень нравится, за исключением этого аппетита. Я так понимаю, что аппетит это не мое. У меня вообще очень большие проблемы с руками с этими. У нее они кривоватые, конечно, но перешивать, пороть я уже точно не буду. И уже лишний раз убедилась, что аппетит я больше вышивать не хочу. И если буду вышивать еще мирабилью, то, скорее всего, буду вышивать... Ну, если будут большие участки кожи, то буду вышивать крестом. Конечно, вот бисер, он просто шикарен. Передает вот этот блеск весь. А креник сейчас под вот этим искусственным светом. Сейчас уже вечер. Сверкает, переливается. Прям вообще шикарно. Плюс еще креник добавится в виде бэкстича здесь на крылышках. Добавится везде вот здесь бисер, вот в этих местах. И будет, конечно, моя феечка такая вся красивая, блестящая. Ну что, еще один день подошел к концу. Все что-то у меня как-то замедлилось. Добавились вот здесь крылышки и креником вышло. Вот тут чуть-чуть вышлось и вот здесь. Сегодня вышивала всего 2 часа, хотя и выходная. Решила перемотать, достать все укомплектованные мирабили, потому что они цвета часто повторяются. И, ну, чтобы не покупать много лишних ниток, решила все перемотать на бобинки и сложить в коробки. И просто знать, что они куплены, но каждому процессу доставать просто заново нитки, чтобы уже не мучиться, не тратить лишние деньги и ничего не покупать. Завтра в планах съездить к маме в гости с утра, потом прибраться дома и весь вечер буду вышивать ей крылышки. Хочу дошить вот это крыло большое здесь. Вниз не пойду, здесь креника мне не хватило, так и оставлю. И чтобы добраться до прически и вышить наконец лицо, а то она бедная с колье, но без лица у меня. Так что вот такие новости. Надеюсь, скоро она у меня вышьется и будет такая первая мирабильная красотка. Что ж, друзья, готово мое крыло правое. Ну, готово не до конца. Еще вот здесь будет вниз. Ну, пяльцы надо передвигать. И поэтому я решила пойти вверх. То есть вверх полностью вышить, за исключением бисера. Сейчас покручу. Вот так вот сверкает и переливается креник. Здесь вот еще один усик, где будет бисер. Приступила я к вышивке волос, но сейчас уже поздно, завтра вставать на работу, поэтому, наверное, на сегодня уже все. Приступлю завтра вечером после работы, повышиваю ей полностью прическу. Хочу, наверное, все-таки сделать ей личико вот этого крыла. Оно по высоте точно такое же, как вот это, то есть оно будет примерно вот таким. В высоте будет вот такое же. То есть здесь еще будет вот так. И дальше пойду вниз. Выполнить надо здесь еще один ус бэкстича. Дошью, как я вам говорила заранее, вот этот кусок. Постираю, потому что у меня здесь от предыдущих пялец вот здесь вот какие-то черные пятна. Не от этих, а от других. И тогда уже буду поглаживать. Запялю, наверное, на станок и буду пришивать бисер. Так что такие дела. Я отключаюсь, а вы оставайтесь со мной. Ну что ж, дорогие мои друзья, вот и готова голова. Можно так сказать, на самом деле, личико. Конечно, переходы здесь меня немного смущают, потому что очень резкая вот в этом месте, вот как маска. Но что поделать, вышивала строго по... Издалека, если смотреть, то, в принципе, так и ничего. Дошились вот 2 усика вот этих. Вообще, конечно, вот эти усы, которые креником вышиваются, бэк, они вообще, конечно, просто шикарные. Ничего не могу сказать. И сама прическа такая у нее красивая. Осталось только бисер. И дошить крылья. На сегодня, наверное, все. Больше не буду ничего вышивать. Устала с этим аппетитом. Весь вечер его ковыряла.
Теперь это точно последний кусочек. Покажу уже вам потом готовую работу. И что осталось по материалам. Так что всем огромное спасибо за просмотр. И до скорой встречи.